Всем привет, с вами Светлана, и сегодня у нас очень много классных новиночек Фикс Прайс. Ну, не только, конечно, новиночек, а также любимчиков. Давайте начнем. Вот такие формы, беру уже не первый раз и рекламирую вам их постоянно, потому что это мега удобно. Стоят они 12 рублей 50 копеек. Приготовил что-то вкусненькое и выбросил. Ничего не нужно мыть, они не пригорают. Они, девчонки, просто супер. Диаметр 21,5 сантиметров. Вот, это китчен. Всем советую, всегда себе беру про запас, потому что отмывать противни и формы для запекания – это просто ад. Дальше. Вот такие салфеточки тоже беру всегда. Большие у меня пока есть. Взяла маленькие. Цена, по-моему, тоже 12 рублей. Это Котта. Здесь 20 штук за 12 рублей. А может и 19 даже. Это круто. Если кто не пробовал такие еще салфетки, не видел их, не встречал, я вам сейчас покажу, как они выглядят. Они очень хорошо пропитаны. Они большие. Они даже тянутся. Размер довольно внушительный. Вот в два раза она. Так что советую такие салфеточки тоже всем. Это очень выгодно. И я использовала их для ребенка, не знаю, с каких лет. Они безопасны, я так считаю. Вот такие диски Аура. Здесь их 100 штук. Ультрамягкие. Я беру их первый раз. Я все время брала до этого тоже Котты, но не нравятся они мне в последнее время. Они не прошиты, какие-то рассыпаются. Ну, здесь тоже, кстати, лезет вот ватка. Да? Но они... Все равно, мне кажется, как-то вот поплотнее, что ли, будут. Вот так они выглядят. Тоже не прошитые, но пускай будут. По-моему, 25 или 27 рублей они стоили. Вот такие спонжи я покупаю уже второй раз. Тоже спонжи нереально крутые. Здесь 3 штуки для умывания. Я их использую. Стоят они 55 рублей. Так как надо их менять все-таки почаще, ну, хотя бы раз в месяц, то я старые свои выбросила и решила прикупить новые. Вот так они выглядят. Это, наверное, у нас что, пористая целлюлоза? Поливинилацетат. Это очень удобная штука. Очень удобно ими смывать маски, какие-то скрабы и так далее. И вообще для умывания я их использую очень удобно и очень круто. Я советую вам тоже за такую цену. Вы нигде не найдете такие спонжи. Я видела их в разных местах. Везде они только дороже. За 55 рублей даже один не купишь, наверное. Так, дальше, девчонки, из детских покупочек. У меня вот такие вот пузырики. Я забрала в нашем Фиксе последние. Так, стоили они. Даже не помню сколько. Мне кажется, 77 рублей. И чек я, конечно, не взяла, как всегда. Это очень крутые пузыри. Они просто огромные. Сейчас я попробую, не облившись, вам показать. Вот так они раскрываются. Раскрываются. Вот. Успели заметить? Это здорово вообще на ветру. Мы в том году такие уже брали в Фикс Прайс, но они у нас быстро поломались. Я надеюсь, эти будут служить подольше. Тем более, что забрала я последний. Катастрофически быстро разбирают. Они реально классные. Гулять, играться на улице вообще ребенку супер. Так, из детских покупочек у меня еще повторила я покупку шарикового пластилина. 55, нет, 77 рублей, по-моему, он стоит, да. 3+. Мне понравился он. Вы знаете, вот у нас стоит эта баночка с красным пластилином. Выветрился он быстро, буквально через 10 минут запах. И, ну, а от этого даже не сильный такой вот. И мы с удовольствием играем с ребенком. Он не застывает. Он очень пластичный. Что мы только из него не лепили. Вот можно даже, наверное, цвета смешивать. Но он реально классный. Мне самой очень нравится пожамкать его в руках. Эти шарики, ощущения такие приятные. Даже круче, чем слайм, когда мнешь. Так, вот такие фломастеры. Точнее, краски в тюбиках с кисточкой. 99 рублей. Я не видела их раньше в Фикс Прайсе. По-моему, это новинка. И не пробовали мы никогда. Рисуй без воды. Здесь получается 6 цветов, и там были представлены различные цветовые гаммы. Вот это была самая яркая. Конечно, я взяла ее. Состав поликарбонат, полипропилен, полиэтилен, фибер. Вот так.
Слегка нажмите на корпус, и можно рисовать. Перед использованием снимите защитный колпачок. Сейчас откроем и попробуем, что они из себя представляют. Надеюсь, дочь не расстроится, что мы без нее открыли. Так, давайте попробуем розовый. Я приготовила блокнотик. Так, вот у нас колпачок снимается. Смотрите, что здесь. Ничего себе. Это такая огромная кисть. Так. Откручивается. В принципе, если что, сюда можно даже краску залить. Если вот они кончатся, купить гуашь, разбавить, перелить. Не знаю, если она застывать, конечно, не будет. Пробуем. Так, нажимаем. Нажимаем, ничего не происходит. Может, там есть защитная у нас какая-то пленочка? Непонятно. Сейчас открутим и глянем. Так. Да, открутим, легко сказать. Так, сейчас ножницами. Руками вообще никак не получается. Такая крышечка. Салфетка пригодилась. Так, закрываем. Ну, капец, не закроешь даже. Давай, закрывайся, родимый. Все, я отделаюсь. Это капец, конечно. Пока ее открутишь, снимешь заглушку и прикрутишь. Она, кстати, не прикручивается. Не повторяйте моих ошибок. Она защелкивается. Ее потом вот так чпок до щелчка. Пробуем. Так. Выдавливаем краску. Вот она пошла. Я вижу. О, и серединки, смотрите, и по бокам прям как-то капает. Ну и что? Выдавливаем дальше. Почему она у меня по бокам только капает, я не пойму. Мне кажется, она должна из серединки. Ну и вот так это выглядит. Не, ну интересная, конечно, задумка. Но ребенок может конкретно испачкаться. Имейте это в виду. Вот кисточкой как бы рисуешь. Выдавливаешь и рисуешь. Ладно, ничего. Попробуем пораскрашивать ими. Посмотрим, что из этого получится. Как мы испачкаемся. Колпачки тут, конечно, мудреные. Ужас. Так, дальше, девчонки, я повторила вот такую покупку. Это щеточка для умывания. Она суперская. Цена, наверное, 55 рублей, да. Потому что я брала до этого такую сиреневую, и она у меня куда-то потерялась. Я взяла вторую, и она нереально классная. Ей так удобно. Здесь есть и для массажа такие вот частички маленькие, и вот эти вот подлиннее немножко. Вот, вот как она выглядит, и в руках ее удобно держать. Мне очень нравится умываться этой щеточкой. Использовала ее ежедневно, пока не потеряла. Вот повторила покупку. Вот такие наклеечки для декора я взяла в этот раз. Цена их, по-моему, 55 рублей. Здесь две пластины. Смотрите, даже сзади есть идеи, как их использовать. Можно украшать сумочки, обувь, чехлы от телефона, даже обложку на паспорт, открытки, скрабупинг, творчество. На что только хватает вашей фантазии. Я люблю очень этим заниматься и куда-нибудь что-нибудь приклеить, присобачить. Поэтому взяла вот такие. Вот там огромный ассортимент и даже различные цветовой гаммы и формы. Прикольная штука, можно украшать. Так, дальше я взяла вот такие батареечки Варта. Они мне больше всего нравятся в Фиксе и служат дольше всего. За 4 штуки 77 рублей. Это пальчиковые батарейки. Советую в Фиксе брать вам именно их. Я вот опять же забрала последние и разбираю. Народ уже прочувствовал, что лучше брать. Так, еще у меня вот такая вот в покупочках. Не знаю, как резинка, заколка для волос девчачья. Есть у нас подобные, тоже куда-то все порастерялись, а сейчас на лето собрать волосики очень удобно, чтобы они держались в тугом пучке и не разваливались, потому что она прекрасно держит волосы. Я купила ее для ребенка, у нас все розовое-розовое, уже вот хотелось взять голубую. Здесь прорезь, куда мы вставляем наши волосы, такая довольно плотная проволока. Можно закрутить вот так вот, если длинные волосики, закрутить их и собрать в пучочек. И вы знаете, у меня ребенок так несколько часов проходит, когда мы распускаем волосы, такая красивая волна, волосы завиваются, ну вообще классно. Мягенькая поролоновая такая заколка,
Очень удобная. Волосы не распадаются, даже в садик вот так отправить, чтобы прическа держалась. Дальше бьюти покупки, девчонки. Никотиновая кислота. У многих блогеров уже ее видела. Никотиновая кислота – это вообще очень хорошее средство для роста волос и для пробуждения кутикулы волос. Она продается в аптеке в ампулах, и тут появилась в Фиксе. Мне очень интересно было посмотреть на состав, но в магазине было некогда это делать. Так, вода, ацид, глицерин. Но что самое интересное, что никотиновой кислоты я в составе не вижу. Я не знаю, может быть, она по латыни как-то совсем по-другому называется, но тем не менее вот эту штуку все хвалят. Здесь 65 миллилитров и стоит она 55 рублей. Вот такой удобный флакончик, очень красивый, с помощью которого... Тут все открыто. Мы наносим на корни волос, это достаточно удобно. И по идее должен быть легкий эффект разогревания. Но как бы я на это надеюсь. И он должен быть, если там есть никотиновая кислота. Нанести на чистую кожу головы, разделив волосы проборами, распределить по всей поверхности головы массирующими движениями. Не смывать. Использовать один раз в 3 дня, то есть 2 раза в неделю. Курс 14 процедур рекомендованный. Я буду тестить, и потом вам обязательно расскажу. Работает она, разогревает, не разогревает. Так, дальше, девчонки, у меня вот такие две масочки. Я не первый раз их покупаю от Samsung. И я сегодня уже одну затестила, дабы не быть голословной, рассказать вам, как они работают. Значит, они по 55 рублей. Одна у нас восстанавливающая, замедляющая процесс старения. И вторая – эластичность и коррекция овала кожи, лица. Я вот эту сегодня сделала. Вы знаете, мне очень нравятся маски от Samsung. У них потрясающее лекало. Ничего никуда не виснет, на уши не залезает. Очень удобное. И здесь много сыворотки, геля, сыворотки. Вот я использовала маску, и вот до сих пор у меня еще осталась сыворотка. Вот здесь она. Хватит еще применения на 2-3 точно. Она не смываемая. Вот посмотрите на мой цвет кожи сейчас и как он блестит. Не то, что блестит, а сияет, я бы сказала, потому что вот жирности на коже никакой нет. Я сделала эту маску, как бы нанесла макияж, на лицо больше ничего не наносила, ни крема, ничего. Распределила оставшуюся сыворотку, и вот как оно все выглядит. Лицо напитанное, увлажненное, отдохнувшее. Поэтому эти маски я к применению советую. Если еще не пробовали, обратите свое внимание. Так, дальше, девчонки. Вот такие вот патчи, то есть биогелевые подушечки от Florissan. Я доверяю очень этой марке, и хотелось мне их попробовать. Здесь 2 пары. Сегодня я их еще не тестила. В следующий раз попробую, в пустых баночках вам обязательно расскажу. Для зоны вокруг глаз на 15-20 минут, и потом смыть остатки водой. То есть смывать нужно остатки все-таки. Это питание, восстановление, темные круги устраняет, восстанавливает эластичность кожи. Ионы биозолота активно борются с морщинами, гусиными лапками, отеками под глазами. Замедляет процесс старения. Красные водоросли у нас тут заявлены. И вот как они выглядят. Они получаются у нас прозрачные. Да, потому что здесь вот закрыто, а тут открыто. Они прозрачные, в какой-то вот водичке вращаются. Я обязательно попробую и поделюсь с вами своими впечатлениями. Так, что у нас еще, девчонки, девчоночки? А, вот что я еще сегодня затестила. Это мочалка. Мочалка, щетка для тела, для ухода за телом. Вот в такой упаковочке она была, стоит 99 рублей. Тоже во многих обзорах ее видела и купила из-за того, что удобно. У меня есть подобные щетки из аптеки, но они неплотно облегают на руку, и когда вы моетесь, она постоянно слетает или ее приходится придерживать. В общем, неудобно. Здесь все очень удобно, она плотно надевается на руку, так как вам этого хочется, и вот эта щетинка, она очень-очень мягкая. То есть происходит легкий такой эффект скрабирования, никаких неприятных ощущений нет, скорее даже очень приятные.
Она мне безумно понравилась, я буду ее использовать. Знаете, что удобно сейчас на лето брать с собой в поездки. Обычные мочалки занимают много места, а эту вот так вот положил в пакетик аккуратненько, и вот она у вас всегда с собой. Дальше я сегодня затестила спрей для волос увлажняющий, вот такой, от Snail. Заявлено, что здесь секрет улитки и гиалуроновая кислота. И улиточки такие нарисованы. Вот. А кто у нас производитель, интересно? Москва, Московская область, Ленинский район. Производитель Москва, 150 мл. Он имеет очень легкую, приятную цветочно-фруктовую отдушку. А сейчас я помыла голову, не стала наносить никаких бальзамов, масок, спреев и так далее. И масел для волос нанесла только вот это средство, дабы адекватно его затестить. И, в принципе, что я вам хочу сказать. Блеск волос есть, они мягкие. Кончики тоже себя нормально чувствуют. Поначалу я подумала, что мне хочется на кончики нанести чего-то еще. Нет, все, в принципе, нормально. Волосы хорошо выглядят, хорошо лежат. Так что вот такую вещь за 77 рублей, по-моему, я советую вам к покупке. Очень неплохой спрей за свои деньги. Сработает с волосами замечательно. Там есть, причем, разные спреи. Этот увлажняющий для волос, там и для секущихся, и для роста, для корней и так далее, и так далее. Вообще там дикое множество просто появилось косметических средств, и кремов, и скрабов черных, белых и так далее. Очень много, и сыворотки для лица я прям сегодня оторваться не могла. Так что вот такой вот спрей, обязательно присмотритесь к нему в Фиксе, он очень хороший. На моих сухих волосах поработал замечательно. И последняя, наверное, покупочка у нас с вами — это Colgate. Colgate Plax, алтайские травы для десен. Мне очень нравится Colgate в исполнении зеленый чай, но не было его в Фиксе. Был только такой. И хочу вам сказать, он не хуже. Он снимает чувствительность эмали, так же, как и чай. Он мне очень нравится. Это большая упаковка, стоит в Фиксе 99 рублей. И здесь реально есть привкус трав. Даже, мне кажется, вот я чувствую кору дуба, то есть легкий такой вяжущий эффект. Это обалденный ополаскиватель. Я всем его рекомендую, советую. Здесь 500 мл и Фиксе 99 рублей. А я маленькую бутылочку покупала, по-моему, Магнит Косметик за 127. Дешевле его нет нигде. Советую вам к нему присмотреться. Он просто обалденный. Лучший, я бы даже сказала. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такие были у меня сегодня покупочки Фикс Прайс. Спасибо, что смотрите меня. Обязательно нажимайте колокольчик и кнопочку подписаться. Ставьте лайк, если видео вам было полезно и интересно. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока.